Доброе утро. С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Я начал строить дом без получения разрешения на строительство. Мне посоветовали друзья, сказали, что я потом без проблем все узаконю. Недавно увидел вашу рубрику, где вы сказали, что нужно обязательно получать разрешение на строительство, и подал заявление в администрацию. Мне отказали со ссылкой на то, что я уже начал строить дом, и разрешения мне не дадут. Как правильно действовать в такой ситуации? Мне нужно обращаться в суд уже сейчас. Дом построен только наполовину, даже крыши нет. Обращаться в суд нужно тогда, когда дом вы уже достроите. Это связано с тем, что если вы сейчас начнете эту процедуру и не закончите строительство, то вы узаконите дом как объект незавершенного строительства. Поэтому целесообразно в вашей ситуации сначала закончить строительство, а уже затем заниматься его узакониванием. Настоятельно рекомендую пригласить кадастрового инженера на ваш земельный участок для определения местоположения вашего дома уже сейчас. Это нужно, чтобы вы точно знали, что строите дом на своем земельном участке. Кроме того, закажите у администрации муниципального образования геосъемку, чтобы наверняка не было никаких препятствий для размещения объекта капитального строительства. Телезрителям, которые планируют строить или расширять свой дом, напоминаю, что предварительно необходимо получить разрешение на строительство или реконструкцию, чтобы избежать проблем в будущем. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также вы можете посмотреть нашу рубрику еще раз на сайте 1obl.ru. И хорошего вам дня!